Всех приветствую на канале «Переехали в Сочи». По поводу инвестиций речь сегодня пойдет. Куда же вкладывать деньги, где можно заработать и так далее. Но помните мою квартиру, которую я покупал в жилом комплексе на Садовой, еще на этапе строительства, слава богу, дом сдался. В тот именно период, когда многие из домов не могли получить документы, в тот именно период, когда многие дома попали в списки каких-то незаконных объектов и так далее, все вроде благополучно сложилось, адресная справка, в ипотеку. В общем, вчера я эту квартиру продал в ипотеку и обещал людям сказать, что... в какой проект я новый буду вкладываться. В какой именно, я, естественно, говорить не буду открыто, но вчера я забронировал две квартиры в этом комплексе, в который я захожу, и хочу позвать людей, кто хочет со мной пойти под инвестиции. Сразу вам скажу, что я захожу в инвестиции именно клубного дома. Опять же, я захожу не на этапе котлована, то есть дом уже построен, дом уже получил документы, то есть я даже оформлять буду две квартиры в собственность. То есть по поводу налогов и так далее, это отдельная тема, то есть на инвестора это не особо там будет отражаться по деньгам. Но самое главное, то, что там есть предложение от 2 миллионов рублей, то есть самый низкий бюджет. При этом площадь не 20 квадратных метров, а 20 там больше, короче, я не буду говорить, потому что многие догадаются, что это за проект. Почти 30, можно так сказать. Смотрите, у кого есть 2 миллиона, 2 200, 3 миллиона и 3 200. То есть очень интересная будет для вас цена для того, чтобы заработать. Это краткосрочные будут инвестиции. В каком виде? То есть примерно через 3 месяца, максимум 4, из этого проекта можно будет уже выходить. Почему именно через 3-4? Потому что застройщик сейчас построил дом, он его сдал, статус там жилое помещение. Я уже говорил про то, что в квартирники вкладываться достаточно не всегда выгодно. Если брать какую-то многоэтажку, брать какие-то долгие сроки, то есть я не выбираю такие объекты, потому что на своем личном примере в ЖК, допустим, Адлере, я вложил деньги, но я покупал квартиру для себя, то есть сроки отодвигаются, я жду. Но я, если бы рассматривал под инвестиции, то я бы уже два раза круг инвестиций прошел и уже мог бы себе, я не знаю, готовую квартиру в этом районе, вот в Гастелло, наверное, с ремонтом уже взять запросто. То есть просто я вот определенно решил купить квартиру для себя именно для жизни, для того, чтобы меня устраивает именно расположение, школа и так далее. Хотя этот район не всем нравится. Ну так отодвигаемся от другой темы. Я обещал, что я позову людей вместе со мной. Там немного, я вам скажу. 4 варианта квартир пока еще осталось. Это все то, что 2 миллиона 2 200 вместе с оплатой за газ. То есть примерно так. И пару квартир, которые имеют бюджет 3 миллиона. Смотрите, чтобы вы понимали, маржу можно сделать, это минимально, просто минимально за, допустим, там 3 месяца. Это 20 тысяч за квадрат. Если мы берем 4, там 5 месяцев, то можно будет сделать около 30 тысяч за квадрат. Опять же, это по сегодняшней текущей ситуации, которую я вижу на рынке. И разницу в цене между этим домом и тем, который есть рядом. То есть аналоги, которые сейчас там находятся, цена на где-то процентов на 30 отличается. То есть я считаю, что это уже безопасная инвестиция. Не надо ждать, пока достроят там дом и так далее. Сейчас там ведутся внутренние работы. Дом находится, естественно, у нас в Адлерском районе. Кому нужна детальная информация, сейчас еду специально туда, чтобы снять обзор, закрытый обзор для будущих покупателей. Еще раз повторюсь, там буквально 4 квартиры под инвестиции, которые я вот вижу, что вот они как бы вот самые такие классные, на которых можно заработать. В районе там 2 миллионов 2200 и 2 квартиры есть, которые имеют бюджет около 3 миллионов. Всю подробную информацию я вам вышлю на WhatsApp, если вы мне напишите в личку.
Снимать, выкладывать этот обзор я не буду, потому что по известным причинам я вас уже предупреждал, что многие застройщиков не хотят, чтобы их комплекс как-то светился и так далее. Ну, зачем это им надо? Вот, если его и так покупают, если его и так можно продать. В общем, жду ваших обращений. Кто хотел со мной пойти в инвестиции, пожалуйста. Две квартиры я забронировал и надеюсь, скоро я их приобрету уже в собственность. Вот. Ну и по всем вопросам я вот отвечу, напомню в личку. Всем хорошего настроения, всем удачных инвестиций. Всем пока.